вітання. На телеканалі Віка «Час контакту». Мій співрозмовник сьогодні – перший віце-президент корпорації «Міжнародне фізкультурно-спортивне об'єднання футбольний клуб «Черкаське Дніпро», голова Білозірської сільської академії футболу для дітей та юнацтва, голова Оргкомітету Федерації футболу України з участі у фінальній частині Євро-2016 Сергій Лашкул. Доброго вечора, пане Сергію. Уже цього тижня, у суботу, 2 квітня, футбольна команда «Черкаський Дніпро» відіграє свій перший офіційний домашній матч у 2016-му. Це буде важлива гра між «Черкаським Дніпром» та «Гірником Криворізьким» за вихід до прем'єр-ліги. І до старту другої частини чемпіонату України серед команд першої ліги «Черкаський Дніпро» вів цілеспрямовану посилену підготовку. Я пропоную спочатку подивитися відеозвіт дружнього матчу між «Черкаським Дніпром» і білоруським «Бате», а потім уже обговорити це. Прошу сюжет. За суперника у другому спарингу під час турецьких навчально-тренувальних зборів у Черкаського Дніпра – білоруський «Бате». Ця команда минулоріч була учасником групового етапу Ліги чемпіонів. Там обіграла італійську «Рому». Там нічию зіграла з німецьким «Байером». У їхні ворота на 34-й хвилині підопічні Ігоря Столовицького забили перший м'яч. Не обійшлося й без атак воріт дніпрян. Та голкіпер дивував блискучими сейвами. І вже наприкінці другого тайму Леван Кошадзе подвоїв рахунок, головою замкнувши фланговий навіс Олега Давидова. 2-0 над учасником Ліги чемпіонів. Поза іншим зіграли ще 4 спаринги, перемігши у 2 із них. Пане Сергію, 2-0 у команди, яка свого часу перемагала італійську «Рому». Я так розумію, що хлопці ваші у хорошій формі. І розкажіть, будь ласка, детальніше про підготовку команди у міжсезоння. Ну, я хотів би сказати, що ми дуже тщательно і так спланировано підійшли до підготовки команди для участі в цьому, во второй половині сезону першої ліги. Зробили, в принципі, все зависящее от нас для того, чтобы команда полноценно подготовилась. Мы провели 3 сбора. Первый сбор команда собралась 18 января в Черкасах после каникул межсезонья. И первые 2 недели мы провели тут в Белозире на базе академии. И, ну, скажем так, это сбор был уже такой восстановительный после, ну, для того, чтобы набирать по чуть-чуть, начинать форму. Второй сбор, он уже был в феврале, тоже 2-недельный сбор, команда была на Кипре. Мы провели несколько контрольных матчей там. Хорошие очень команды были, соперники, хорошие матчи. Мы играли с Шерифом Тираспольским, это команда, которая играет, то есть это команда уровня европейского, то есть команда, которая играет в Лиге Европы. Мы, к сожалению, проиграли, но как, в принципе, считает наш тренер Игорь Михайлович Столовицкий, что, ну, то есть ты можешь на сборах показывать один результат, а выступление в чемпионате – это уже совсем другое. Но, в принципе, важно, что были очень хорошие спарринги, ребята набирали форму. И третий сбор мы провели в Турции, тоже были хорошие спарринги, очень интересные матчи. Хотелось бы то, что мы посмотрели, фрагменты, матч с «Бате», конечно, и ребятам запомнится, потому что это команда, которая в прошлой осенью играла в Лиге чемпионов в групповом этапе и обыграла «Рому» 3-2 дома. Опять же, ну, нельзя говорить там о результате, там понятно, что на сборах все пытаются, то есть тренера, они формулу игры какую-то вырабатывают свою, ставят молодых игроков где-то, но тем не менее, это, я думаю, что просто даже спарринги с такими командами, они дают возможность ребятам повышать форму. То есть к сезону мы подготовились достаточно хорошо, сделали все возможное, еще раз говорю, и команда, ну, знаходиться в такому хорошому тонусі. На вашу думку, у якому настрої гравці підходять до старту другого сезону? Нормальне настроєння бойове. Ребята, у нас, я хочу сказати, що у нас дуже дружний колектив. І, ну, чувствується цей командний дух. Ми со второй в першу лігу ми проходили цим же составом, практично ніхто
не выпал из него. И в межсезонье мы прошли тоже, мы никого не потеряли, а только приобрели. Поэтому ну, команда такой, коллектив очень слаженный, и боевой дух у команды очень хороший, на высоком уровне сейчас. Давайте поговоримо про тих, кого все ж таки набули. Команду підсилили трьома новачками. Розкажіть, будь ласка, що це за футболісти і на яких позиціях вони будуть грати? Да, ми в міжсезоні провели селекційну роботу. На першому зборі було приглашено, який був тут, в Черкасах, було приглашено більше ігроків. Но в итоге мы, у нас приобретение достаточно, мы усилились вратарем. Это Кучинский Максим, воспитанник школы Металлурга Запорожского, это вратарь. Он к нам перешел из футбольного клуба Полтава. Опытный вратарь, хороший, перспективный. Он в прошлом сезоне неоднократно был в символической сборной тура. По итогам каждого тура формируется символическая сборная лучших игроков. Он неоднократно там был. В позапрошлом сезоне он был лучшим вратарем, признан первой лиги. То есть, ну, такое серьезное у нас пополнение в рядах вратарей наших. Также мы пополнились двумя полузащитниками. Это Игорь Семенина, игрок Олимпика, команды, которая играет в премьер-лиге и вышла в прошлом году в премьер-лигу из первой, поэтому это хороший знак тоже для нас. Также Ямполь Ярослав, это воспитанник школы Шахтера Донецкого, и он к нам перешел из Горняка Кривого Рога. То есть мы, в принципе, усилились, достаточно хорошая сейчас у нас приобретение. Еще раз хочу сказать, что радует, что мы практически, у нас команда сохранилась в полном составе. То есть это говорит о том, что у нас мы только усиливаемся. Поэтому перспективы у нас достаточно хорошие есть. Футбольні аналітики завжди наголошують на тому, що без підготовки власними силами резерву у будь-якої професіональної команди майбутнього, ну, майже немає, називаємо це так. Щодо цього я пропоную спочатку також переглянути сюжет моїх колег і вже потім продовжити обговорення. Прошу відео. Червня 2014 року, у день інавгурації новообраного президента України Петра Порошенка, розпочалося будівництво навчально-оздоровчого корпусу Білоруської сільської академії футболу для дітей і юнацтва та гуртожитку для її вихованців. Це надасть можливість виховувати в Білозілі не тільки дітей білозільців, а дітей навколишніх сіл. І таким чином формувати професіональну команду «Славутич» і, надіюсь, в перспективі «Зоря Білозія» зі своїх вихованців. Нам не потрібно буде купувати за кордоном за великі гроші майстрів футболу. Ми будемо виховувати своїх. Фінансувати будівництво академії взялися приватники Володимир та Сергій Лашкул. Також акціонери «Україна Футбол Інтернешнл», Федерації футболу України та чеською компанією «Trade and Sport Promotion». За головну мету собі ставлять розкриття футбольних талантів Черкащини, підготовку аматорів та професіоналів як кадрового резерву Черкаського Дніпра. Окрім навчально-тренувального комплексу і гуртожитку, у академії будуть футбольні поля з трав'яним та штучним покриттям, спортивний зал, реабілітаційний та медичний центри, конференц-зал, кафе та інші приміщення для ефективної роботи. Тож, Білозірська академія. Пане Сергію, коли академія відчинить двері і хто стане вихованцями цієї академії? Ну, ми плануємо в кінці августа, в початку сентября вже закончить строительство, ввести объект в эксплуатацию. Дата еще не определена, но однозначно это будет конец августа, начало сентября. Одно дело это строительство, то есть построить это, конечно, это вложение, это усилия, но это, конечно, важно организация работы этой академии. То есть, основная цель – это формирование резерва для основной команды, для нашей первой команды. И мы понимаем, что это большая работа, и, может быть, она первые годы не даст каких-то результатов. То есть это работа, которая сразу она не видна. Но основная идея закладывается в том, чтобы каждый ребенок, который живет в Черкасской области, знал и понимал, что при условии
его стараний, его таких усилий и также физических кондиций он сможет находиться в нашей академии в Белозире. Она рассчитана на 40 игроков, на 40 человек постоянного пребывания там. Мы планируем, академия будет содержать команды по всем возрастам, начиная в случае выхода нашей основной команды в премьер-лигу. Мы по регламенту, у нас должна быть команда дубль. То есть это уже будет команда дубля. Если не будет премьер-лиги, это будет команда U21. И дальше пойдут все возраста U19, U18, U17, U16. То есть каждый возраст до 2005, до 2006 года. Мы планируем в каждом возрасте, чтобы была у нас команда в этой академии. И основная идея — это всех самых талантливых ребят, которые есть в Черкасской области, забрать в эту академию, чтобы они имели возможность полноценно тренироваться. Мы создадим там все условия. Мы планируем также команду тренеров там набрать достаточно такую, которая сможет выполнять самые высокие задачи и обучением тренеров заниматься, чтобы создать. Я думаю, что мы в Украине будем одними из лидеров, которые смогут там наладить полноценный тренировочный процесс для детей, для того, чтобы мы могли воспитывать резерв для нашей команды. Самая главная идея, что черкасские, те, кто живет в области, дети Черкасской области, они смогут полноценно тренироваться и повышать свой класс у нас в Черкасах, не выезжая в другие клубы, не покидая, наш родной край. Уявімо, що от уже існує, відкрили вже цю академію. Коли почнуть шукати маленьких Роналду і коли будуть набирати тренерів? Ми плануємо, у нас вже є тренерський состав, який на сьогоднішній день працює з командами юніорів. І ми плануємо вже в маї, в июні місяці об'явити і проводити так називаємо тестування. Тобто ми в районах проведемо турніри, проведем тестирование и, в принципе, за несколько месяцев и в межсезонье, в июне, в июле, мы будем просматривать детей для того, чтобы определить вот эти 40 человек, которые будут жить и постоянно находиться в этой академии. То есть это уже не за горами этот процесс. Мы, дополнительно, я думаю, что мы еще будем иметь возможность об этом говорить. В ефірі триває програма «Контакт». Мій співрозмовник сьогодні – перший віце-президент корпорації «Міжнародне фізкультурно-спортивне об'єднання футбольний клуб «Черкаський Дніпро» Сергій Лашкул. Говоримо про наш черкаський і навіть білозірський футбол. Я так розумію, що питання виховання малих шевченків та бекхемів у Білозір'ї на стадії вирішення, а от у Черкасах, попри чималу кількість охочих, займатися футболом і тренуватися особливо ніде. Яким ви бачите розвиток футбольної інфраструктури нашого міста? І чи буде тут розвиток дитячого футболу на базі вашого спортивного клубу? В першу чергу для такої команди, яку ми бачимо, нашу команду «Черкаський Дніпро», та команда премьер-лиги, команда высшего дивизиона украинского. Конечно, команда она не может жить и существовать без своей базы. То есть мы не говорим даже о детской академии, мы говорим о первой базе, первой команды. Да? На сегодняшний день ее у нас нету, и мы активно работаем над этим проектом. Сейчас у нас уже есть понимание, что мы хотим строить. То есть это однозначно это 5 полей, из которых 2 искусственных и 3 с натуральным газоном. Это и гостиница, это реабилитационный центр. То есть это все полноценные условия должны быть для того, чтобы команда в одном месте могла полноценно тренироваться и создать условия для повышения мастерства. Мы говорим с городской администрацией, имеем поддержку хорошую в этом. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы будет определено. Мы уже, в принципе, определились, то, что мы бы хотели, о каком участке земельном идет речь. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы сможем уже практические действия от городских властей получить. И мы
если при условии, что будет поддержка и, ну, как говорится, не будет препонов бюрократических, абсолютно реально начать строительство этой базы уже в этом году. Mm-hmm. И закончить строительство к концу следующего или в 2018 году. На одному із заходів, який організовував Черкаський Дніпро, там також засвітилась обласна і місцева влада. Щодо цієї підтримки, про яку ми тільки що говорили, чи є вона із боку міста? Ну, наскільки вони з вами співпрацюють? Ну, радують і те, що, в принципі, то, чого по большому счету не було багато роки, у нас зараз є повне взаєморозуміння і підтримка як і з міськими властями, так і з областю, і з депутатським корпусом, і з обласної адміністрації і з мером міста Черкаси Анатолієм Лазаренко. У нас прекрасне взаєморозуміння, прекрасне взаємоотношення. І, ну, в принципі, недавно була створена міжфракційна група депутатів обласної ради, яка в підтримку Черкаського Дніпра. Ми сподіваємося, що цю ініціативу підтримують і черкаські депутати Черкаського міста Черкас. И, ну, поддержка есть, по крайней мере, она в деклараціях пока, но ми надіємося, що практичні шаги вже будуть не за горами. Тобто, в принципі, можна розраховувати, що ось ця умова по функціонуванню професійного, ну, певного професійного футбольного клубу із наявності певної навчальної тренувальної бази, вона буде втілена. Ну, ми надіємося на це. Ми робимо все можливе для того, щоб це вийшло. Нині футболісти Черкаського Дніпра досить активно проводять у школах Черкас майстер-класи із футболу. На одному із таких побували мої колеги. Що побачили, пропоную переглянути в сюжеті. Прошу відео. Замість зарядки – футбольна розминка. За вчителя фізкультури – професійні футболісти. Звичайний урок на справжнє свято перетворюють гравці Черкаського Дніпра. Вчити школярів азам футбольного мистецтва завітали захисник Олег Тарасенко та півзахисник Ігор Мединський. Стандартне упражнення – це передачі друг другу, коли становились друг напроти друга, працювали в парах. А вот фишек удар поворота очень полезно. Это в первую очередь и для развития физического ихнего. Может, кто-то заинтересуется, будет играть в футбол или другим видом спорта. Найбільше уваги футболісти приділяють роботі з м'ячем. Кожна вправа розрахована на розвиток координації та вивченню нових комбінацій. Школярам така спортивна наука до вподоби. Тут кожен другий, каже десятикласник Ігор, мріє грати у футбол професійно. Коли ти дивишся футбол, коли ти за телевізором, це зовсім одне. Але коли ти зустрічаєшся з такими зірками, коли ти маєш можливість взяти пораду, взяти якісь досягнути навички. Після подібних майстер-класів діти починають більше цікавитися спортом та жвавіше відвідують уроки фізкультури, констатують і освітяни. Подібні заходи дуже потрібні нашим дітям, потрібні нашим батькам. Вони потрібні для того, щоб розвивати в них спритність, силу волі, здоров'я, для того, щоб вони були спортивними. Аби залучити якомога більше дітей до занять спортом та зблизити малечу з гравцями клубу, подібні майстер-класи керівництво клубу «Черкаський Дніпро» планує провести у кожній школі міста. Такі майстер-класи, вони однозначно дають дітям такий емоціональний заряд для того, щоб починати займатися спортом. Ми раді, що после мастер-классов многие дети ведут родителей на футбол. Я думаю, это очень полезно, потому что дети на фоне взрослых ребят, которые играют и уже серьезно занимаются футболом, хотят прогрессировать, хотят стать такими же самими. Ну и мы от этого получаем удовольствие, и они. На сам кінець гравці ділять школярів на дві команди та проводять товариський матч. На пам'ять футболісти дарують малечі маніжки з емблемою клубу та м'ячі. Навзаєм школярі обіцяють спортсменам не лишати занять футболом та сумлінно відвідувати уроки фізкультури. Пане Сергію, от такі майстер-класи – це перегляд футбольного потенціалу нашого міста чи це більша популяризація футболу чи, можливо, футбольного клубу? Ну, понятно, що за один майстер-клас 45 минут ти не даш особо там какой-то функціональної підготовки, да, игроку. То есть это, ну, понятно, що це не менше спортивна задача у нас стоїть, да, это не просмотр футболістів, это, ну, самая главная задача это популяризація футбола, популяризація нашого клуба Черкаський Дніпро, да.
и привлечение детей в спорт, потому что ну, дети, мы начали эти мастер-классы еще в прошлом году, мы уже были на ВИКЕС и говорили об этом в прошлом году, что мы планируем с мастер-классами прийти во все школы города Черкассы, да, и не только города Черкасса, и в области быть. Это очень важно, потому что это детей приводит в спорт. То есть даже когда они, может быть, ну, там, девочки, которые там, не думают о футболе, да, все равно, когда они видят профессиональных спортсменов, когда они, как даже в интервью сказал один из участников мастер-класса, что когда одно дело, когда ты смотришь по телевизору, это вроде бы как тебя, может, и не касается, да, другое дело, это когда ты видишь профессионала, который у тебя перед глазами, ты можешь подойти, поговорить, взять автограф, то есть это заряжает. И мы видим, что проведя мастер-классы, мы видим детей этих, которые потом приходят, потому что мы на каждый матч, сейчас уже это стало традицией, мы на каждый матч по школам города Черкассы передаем бесплатные билеты для детей, чтобы они могли прийти и привести родителей. И, к сожалению, у нас во многих случаях сейчас дети ведут родителей на футбол после наших мастер-классов, а не наоборот. Это, ну, на самом деле, это не очень нормальная практика, потому что важно, чтобы дети получали этот заряд от родителей, эту культуру ходить на спорт, не только на футбол, на другие мероприятия спортивные, чтобы не улица их не забирала, чтобы не компьютерные игры их не забирали, не увлекали больше, чем реальный настоящий спорт. Поэтому мы, я думаю, что эта миссия такая важная, не только для нас, как для популяризации клуба, а просто как социальная, для того, чтобы детей привести в спорт. Діти запитують, як потрапити у Черкаський Дніпро, напрошуються до вас у футбольний клуб? Спрашують, ви знаєте, много у нас активні странички достатньо в соцсетях, і дуже багато питань приходить, як попасть на просмотр, як попасть в професіональну команду. Ну, от якраз зараз відповіді на ці питання ми даємо тим, що строїться академія, тим, що будуть ці можливості, дійсно, у всіх, хто бажає, хто мечтає професіонально грати в футбол, ці можливості будуть реально тут, в Черкасах, для того, чтобы совершенствоваться и зарабатывать, и быть популярным, и известным, и делать это дома. На мастер-классах бачили уже якогось талановитого такого хлопця, чи, можливо, хлопців? Є в нас такі майбутні масі в Черкасах? Ну, есть, вы знаете, очень много талантливых, на самом деле, детей, которые, ну, могут, у которых задатки есть очень хорошие, и видно, что, ну, да, вот это дано человеку играть в футбол, потому что многие, ну, даже специалисты футбольные, да, говорят, что ну, ты можешь делать огромный объем работы, но если нету все-таки каких-то данных, да, и там чувства мяча, и там чувства ситуации, координации, то очень сложно достичь высоких результатов. Мы видим, что огромное количество детей, которые могут действительно добиться хорошего результата при условии, если они будут заниматься собой. Торік футбольний клуб «Черкаський Дніпро» відзначився феєричним просто проведенням на стадіоні «Центральний» спортивно-масових заходів. Відконцертували Дзідзьо і Олег Вінник, провели матч також між ветеранами київського «Динамо» і провели художнє спортивне свято із нагоди 60-річчя головної футбольної команди нашого міста. Давайте згадаємо, як це було. Прошу сюжет. Шістдесят років футбольного клубу «Черкаський Дніпро» святкували з небувалим розмахом. Футболісти, які щойно вийшли в першу лігу, ще зрання давали майстер-класи для малечі. Уже офіційну частину святкувань розпочали з привітань та вручення нагород кращим із кращих. Від імені Професіональної футбольної ліги України, від імені Федерації футболу України, вітаю вас із втіленням вашої мрії, із завоюванням золотих нагород другої ліги і путівки до першої ліги. Далі хода ветеранів клубу з символічною назвою – від Буревісника до Черкаського Дніпра. По тому головний подарунок від футболістів – новеньке авто. У вас же є автівка? Немає. Ні, у вас же є автівка! Ми вітаємо вас, дякуємо! Яскраво завершили свято зірки української естради – за хендлайнера Дзідзьо. Добрий вечір, Черкаси! Слава Україні! Та і я, мегапопулярний Дзідзьо, Олесик і Юлік, ми починаємо наш концерт! Руки догори!
В ефірі телеканалу «Віка» триває програма «Контакт». За співрозмовника сьогодні перший віце-президент корпорації «Міжнародне фізкультурно-спортивне об'єднання «Футбольний клуб Черкеський Дніпро» Сергій Лашкул. Пане Сергію, 2 квітня на Черкеському стадіоні «Центральний» у матчі зійдуться Черкеський Дніпро та Криворізький Гірник. Усе в межах свята футболу. Планується досить насичена програма, там буде і розіграш призів, і танцювально-хореографічне шоу, і презентація талісмана вашої команди. Розкажіть, будь ласка, про все детальніше. Ну, да, действительно, мы планируем большой праздник футбола. Все уже соскучились за футболом, за нашим Черкасским Днепро, который, в принципе, достаточно успешно выступает в первой лиге. Мы надеемся на то, что матч, вообще матчи, ну, первые матчи, вот эти, которые мы играем в этом сезоне, они очень важные. И матч, который будет 2 апреля, и последующие 2-3 матча, потому что очень плотный состав команд. Есть 6 команд, которые хотят и ставят перед собой задачу выхода в премьер-лигу. Выходит только одна команда, поэтому и в каждом туре может все поменяться до наоборот. Поэтому я думаю, что сам матч будет интересный. Интрига очень большая вокруг этого матча. И мы надеемся, что сам футбол, он подарит большие, очень хорошие эмоции, и все получат огромное удовольствие от самого матча. Надеемся на положительный результат, конечно. Но кроме самого футбола, мы планируем, как и в принципе декларировали раньше, несколько таких мероприятий во время, до матча, которые привлекут болельщиков, может быть, тех, кто никогда и не ходил на футбол. Основная наша идея – это создать условия, при которых каждый матч Черкасского Днепра – это будет общий городской праздник. То есть не только мы ждем сезона, и вот сейчас первый матч, и мы на первый матч приходим, и потом на остальные матчи уже никто не ходит. Такая практика тоже бывает. Мы надеемся, что для черкащан каждый матч Черкасского Днепра – это будет праздник. И ну, сейчас, на 2 апреля, мы планируем провести фестиваль уличной еды, там, где мы привлекли известные рестораны города Черкассы. Это одни из лучших ресторанов, там, вот такие как «Оскар», «Фара», то есть в хорошем уровне рестораны. Но идея самая главная, что несмотря на то, что они достаточно, ну, скажем так, премиум-сегмента, да, у нас девиз этого фестиваля будет «хорошее качество, но цена народная». Поэтому, ну, то есть я думаю, что вся еда будет доступна. Они готовят, я знаю, специальные блюда, сюрпризы для болельщиков. Поэтому это уже будет интересно. И, в принципе, раньше такого в Черкассах не проводилось. То есть мы знаем, там и в Киеве большие фестивали проходят, да, уличной еды. Такого еще в Черкассах не было. И мы надеемся, что первый блин не будет комом и всем понравится. Также, вы знаете, в конце прошлого года мы презентовали гимн Черкасского Днепра, который написал для нас Игольник. И мы уже его презентовали, но еще ни разу он не исполнялся перед началом матча. Поэтому для того, чтобы исполнить гимн, мы пригласили черкасский хор. И мы надеемся, что не только хор будет петь этот гимн, а и болельщики присоединятся тоже к его исполнению, и болельщики, и команда. И мы все исполним гимн Черкасского Днепра для того, чтобы зарядить наших ребят на хороший результат. Мы также планируется флешмоб, где-то около 200 детей. Будет специальная постановка, тоже очень интересная. Я думаю, что понравится. То есть это, ну, зажигательное такое будет, как открытие сезона наше. Ну и немаловажная деталь, это, конечно же, мы продолжаем разыгрывать призы во время матча. Наш партнер Эльдорадо, он достаточно большое количество призов приготовил на страничках в соцсетях. Мы активные там тоже, вы можете заходить и смотреть, и болельщики могут увидеть, что будет разыгрываться. Главный приз, и это изюминка всего, это будет разыгрываться поездка, путевка на один из матчей национальной сборной Украины во время Евро во Францию. То есть, ну, я думаю, что это, ну, сложно попасть в принципе, потому что билеты раскупаются, очень большой ажиотаж вокруг этого. Но у нас есть такая возможность, и будет
розіграна така путівка. Ми проводимо турнір також в течение місяця, в течение марта проводиться, в течение апреля проводиться турнір серед вторых-третьих класів всіх черкаських шкіл і лучшие 6 команд, які будут по результатам этого турнира, они во время, перед, в день матча 2 апреля, они проведут тоже турнир, можно будет посмотреть, как дети, это в принципе уже дети 2-3 класс, те, кто играет в футбол, тоже будет интересное зрелище. То есть мы стараемся сделать праздник для того, чтобы привлечь черкащан, для тех, может быть, кто и не увлекается футболом, прийти, поучаствовать в празднике футбола и дальше зарядиться енергією нашого клубу і стати постійним болельщиком нашим. Я так розумію, що 2 квітня буде досить масштабним у Черкасах святом. Містяни зможуть побачити, почути, навіть покуштувати те, чого ніколи не було в місті. І в нас лишається кілька хвилин. Пане Сергію, можете звернутися до глядачів і запросити їх на це свято, і, можливо, пояснити їм, чому це важливо прийти на це свято. Я хочу всіх пригласити прийти на футбол, підтримати нашу команду. Черкасский Днепр в прошлом сезоне мы сделали фурор, можно даже сказать, в первой лиге, потому что по посещаемости мы были самым клубом, который мы закончили на первом месте. Так мы закончили на третьем месте прошлую половину сезона, а по посещаемости мы были первые. И многие клубы высшей премьер-лиги не имеют такую посещаемость, как мы. Я приглашаю всех вас прийти, поболеть за нашу команду. Мы ставим перед собой самые высокие цели, это премьер-лига, и команда готова, и команде нужна ваша поддержка. Придите, вы не пожалеете, вы получите огромную массу эмоций, поддержите наших ребят, мы будем благодарны, и они сделают все возможное, чтобы вас порадовать хорошим результатом. На жаль, це все, що встигаємо на цю мить. Пане Сергію, дякую вам за щиру бесіду, і з глядачами ми побачимось уже наступного тижня. До зустрічі!